в Ростове, смотрите, кого встретил. Пацаны приехали на пересменку, сейчас эти заправщики сядут в техничку и в Сочи поедут, а пацаны останутся заправлять. Потом после этапа как бы обратно поменяются. Салам алейкум, малейкум ассалам. Оп. Якорь кинули, тормоза дали, погнали, Сочи родненький. Они стреманулись останавливать, потому что я их снимал. Ха-ха. Едем по зеленой.